24 декабря 2007 года в Белгородской области была утверждена губернаторская программа развития сельского туризма выходного дня. В приоритете – колорит сельского подворья. Три района области – Белгородский, Гроворонский и Валуйский – стали участниками реализации пилотных проектов. В ноябре 2007 года депутат Государственной Думы Андрей Скотч на встрече с белгородскими студентами пообещал учредить премию за научные исследования в области нанотехнологий. А уже 24 декабря такая премия была вручена авторам 9 научных разработок. В этот день в 2009 году в Старом Осколе было открыто два важных объекта – Дворец спорта имени святого благоверного князя Александра Невского и физкультурно-оздоровительный комплекс Староскольского технологического института, филиала Московского института стали и сплавов. В 2010 году впервые наш земляк, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Юрий Юлианович Вейнгольд был удостоен медали «Спешите делать добро». Она вручается ежегодно в День прав человека 10 декабря в Москве. 24 декабря награда была передана обладателю, уполномоченным по правам человека в Белгородской области. В этот день в 2014 году состоялась первая церемония награждения победителей областного конкурса на лучшее брендовое мероприятие. Были выделены 4 номинации и 4 лауреата. Самым масштабным событием года была признана арт-неделя «Губкин. Город притяжения». В номинации «Фестиваль, направленный на сохранение традиций» победила Гроворонско-Успенская ярмарка. Лучшим гастрономическим праздником стала областная ярмарка «Клубничная страна» в Валуйском поселке Уразово. А самым популярным среди молодежи был назван фестиваль народного творчества «Фомина Яишня» в Новом Осколе.